своими глазами. Названо худшее время для употребления кофе. Чашка кофе в обеденный перерыв может негативно отразиться на качестве ночного сна, а утренний напиток натощак грозит проблемами с желудком. Люди, которые пьют кофе сразу после пробуждения, могут столкнуться с постоянным ощущением изжоги. Напиток повышает кислотность желудка и грозит проблемами с пищеварением. Также не стоит пить кофе в 12 часов дня. Даже одна чашка кофе в это время способна существенно повлиять на качество ночного сна. Если вы совсем не можете отказаться от кофе в это время, то отдайте предпочтение небольшой порции холодного напитка, отметила диетолог. Врач также предостерегла от злоупотребления кофе. Без вреда для здоровья в день можно выпивать не более 3 чашек.